пишет. Вот такая лапочка. Мне так нравится. Ой, вы представляете? Хватит вам секретничать, секретарши какие. А что за секрет? Это большой секрет. Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я все бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей. Под грозное рычание, под грустное мычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Припрыжку. Не хотят на цепочке сидеть. И заставить нельзя ни за какую ковришку от безделья и скуки балдеть. Под грозное рычание, под грустное мычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленьких, для маленькой такой компании, для скромной такой компании. Не секрет, что друзья в облаках обожают уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если нас обижают. К нам на помощь бросаются прямо с небес. Грозное рычание, под грустное мычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для мамы, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-л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 а. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это доблесть, отвага и честь. А отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть. Под грозное рычание, под грустное мычание, под дружеское ржание рождается на земле большой секрет для маленьких, для маленьких такой компаний, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ах, было б только с кем, ах, было б только с кем, ах, было б только с кем поговорить. Ах, было б то, ах, было б то, ах, было б то, ах, было б только с кем поговорить.